целом, если говорить, два разных тайма. Первый тайм, он достаточно хороший по содержанию, по движению, хотя два дня до этого такие были тяжелые занятия. Но состояние было достаточно неплохое игроков и качество игры. Второй тайм, конечно, он похуже был, но это естественно, потому что многие ребята, они между собой первый раз играли вместе. Очень много было замен. Отдельных игроков мы посмотрели значит, сегодня и Надхо. 30 минут посмотрели сегодня Алекса, нападающий, который неплохо себя проявил. Ну, хорошая информация по этому матчу. Вы говорите, Кара неплохо себя проявил. Два мяча в первом матче забито. Можно какие-то делать выводы, далеко идущие? Или это все-таки нужно еще смотреть за ним? Он же на просмотре? Да, он у нас на просмотре. Он... Этот сбор будет продолжать с нами работать, а в конце сбора определимся, какая вообще ситуация. В втором тайме очень много молодых футболистов вышло. Вообще, собираетесь делать ставку на своих воспитанников? Говорилось, во всяком случае, об этом. Собираться-то мы собираемся. Самое главное, чтобы они себя могли проявить. И проявить с лучшей стороны... чтобы играть в основном составе. Сейчас зависит все от них, мы им даем шансы. Даем шансы, и их достаточно много, но многое зависит от них. У них есть возможности, как они себя проявят. Пока на сегодняшний момент мне сложно сказать. А кто будет играть на позиции Самедова? Уже как-то у нас на позиции Самедова уже играл Игнатьев. Вполне возможно, будет Касаев играть, может быть, кто-то еще придет. Может, эта позиция вообще она не будет заполняться, будет играться по-другому. Поэтому вариантов очень много. А с Дмитрием Тарасовым какая ситуация, как у него здоровье? Говорят, что он уже в общей группе со второго сбора. Мне нравится, какое его состояние, чисто физическое. Он неплохо выглядит, хорошие показатели доктора говорят по поводу его травмы. И надеемся, что он все-таки быстрее, чем даже мы планировали, он должен вступить в строй.